Людей неинтересных в мире нет. Евгений Евтушенко. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории, предмет. У каждой все слопай свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, о, интересен был среди людей самою интересностью своей. У каждого свой тайный личный мир, если в мире это самый лучший миг, если в мире это самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый час. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художника в холсте. Да, многом остаться суждено, но что-то видеть уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Люди, мы помним вечных и земных, а что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной семье и про отца родного своего, мы знаем все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, и тайные миры да возвратить. Каждый раз не хочется опять от этой невозвратности кричать.